Здравствуйте! В этом видео мы разберем такие понятия, как CPU, RAM и NAT, для лучшего понимания технической составляющей этих ресурсов на блокчейне CryptoUnit. Для того, чтобы лучше понять их назначение, проведем аналогию с персональным компьютером. Для того, чтобы ваш компьютер работал и выполнял все поставленные задачи, ему нужны технические ресурсы в виде центрального процессора, оперативной памяти и других составляющих. Без их наличия ваш компьютер просто не запустится. Аналогичным образом устроен и блокчейн CryptoUnit. Вашему кошельку нужны ресурсы в виде CPU, как аналог процессора в компьютере для выполнения задач, RAM, нужен для хранения и обработки информации, а также NAT, как инструмент передачи информации или трафика. Итак, что такое CPU более подробно и почему важно следить за его количеством на вашем кошельке? По своей сути, CPU выполняет функцию обработки всех ваших действий в кошельке, начиная от просчета замороженных и размороженных токенов и заканчивая конвертациями одного токена в другой. Соответственно, чем меньше у вас будет CPU в кошельке, тем медленнее будут происходить данные операции. Поэтому мы рекомендуем каждому владельцу криптокошелька внимательно следить за количеством CPU и NAT. Увеличить их количество вы можете, нажав на кнопку стейкинга и выбрав необходимое количество UNTB для перевода в эти ресурсы. Отдельного внимания заслуживает ресурс RAM. По своей сути, это память, в которую записываются все ваши действия. Чем больше токенов на вашем кошельке и чем больше вы совершаете транзакций, тем, соответственно, больше будет потребляться памяти на кошельке. Это значит, следить за этим параметром крайне важно. Не допускайте полного заполнения индикатора. Обратите внимание, стейкинг UNTB на CPU и NAT в любой момент можно отменить. В этом случае главное не допускать 100% вывода UNTB, чтобы ваш кошелек продолжал функционировать на минимальных мощностях. Время возврата UNTB из стейкинга занимает 72 часа. По истечении 72 часов нужно нажать кнопку «Обновить балансы». Также стоит отметить важность наличия UNTB на кошельке. Мы не рекомендуем продавать его сейчас по минимальной цене, так как стоимость этого токена в ближайшее время будет только увеличиваться за счет его ценности как технического токена на блокчейне CryptoUnit.